Всем доброго здоровечка. Вот такая вот пожарная машина стоит у пожарной части ЗИЛ. А вот здесь стоит пожарная тоже машина, но немножко более старой модификации. Сейчас туда подойду ближе и вам все покажу. Все на территории пожарной части. Здесь такие вот ворота. Так. И иду ближе. Вам покажу. Так, начну, наверное, сначала. Да. Читаю на украинском, потом перевожу. Кильно-бочковий хід 18-20 століття, відтворений співробітниками аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС у Рівненській області. На русском это звучит так, как конно-бочковой ход, ну, понятно, 18-20 столетия, возобновленный или как-то витворный, то есть реконструированный сотрудниками аварийно-спасательного подразделения специального назначения территориального управления МНС у Ровенской области, 2012 год. Ну, это вот так выглядело, то есть я так понимаю, колесная база лошадина, то есть это обычный какая-то повозка для лошадей. Вот здесь было такое дышло, это называется, запрягались кони, лошади, то есть лошади здесь садились, наверное, пожарники управляли лошадьми. В бочку наливалась вода, интересно, про немного воды, я думаю, литров здесь 300 от силы, может быть. И вот колеса, все шикарно сделано, кстати, очень хорошо. И самое главное, пожарный насос. Вот так он выглядит. Приходится, смотрите, здесь подключался рукав, тут открывался, наверное, кран, вода могла поступать, и дальше нужно было, покажу сейчас, брать вот это и качать. Интересно, а вот здесь еще какая-то регулировка, видите, то есть можно было вверх-вниз, прикольно. Конструкция такая интересная. Внутри там. Очень классно все сделано. Видите, чтобы деревянное колесо имело защиту, специальный обруч. Ну, все шикарно, просто класс. Ящик. Ящик я заглядать не буду, потому что даже закрыто там. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Будьте осторожны с огнем. Пока.